Курятник развел жителя КТАУ на крыше многоэтажки, но креативная идея не понравилась соседям, особенно когда пришлось просыпаться с первыми петухами. Жильцы пожаловались, и теперь мужчине грозит штраф сразу по двум статьям. К слову, он оказался отцом шестерых детей и признался, что на курятник на крыше подтолкнула нужда. Светлана Султангиреева выслушала стороны. Появление необычных соседей взбудоражило жителей этой многоэтажки в Актау. По утрам они стали просыпаться не по будильнику, а с пением первых петухов. Новый распорядок дня и курятник над головой отнюдь не обрадовали жильцов. Ну давай, кухарикай. Молодец. И так всю ночь. Сегодня что-то особенно. Выяснилось, что сарайчик на крыше, в котором помимо птицы обитают еще и кролики, чуть больше месяца назад завел житель соседнего дома. Отец шестерых детей получил ключи от чердака в КСК. Некоторые жильцы даже помогали содержать обитателей, приносили корм и остатки пищи. Но сегодня после шума семейное дело пришлось свернуть, а пернатых посадить в коробки. Недавно заявил, месяц. Больше месяца, наверное. Соседями, вот, кого знаю, они все знают, в принципе. Все мне помогают, например, вот, чтобы их кормить. Они мне корм дают тоже, там вот остатки. А так семья большая, просто из-за этого решил это. А заведить, да, сам. Яйцами, там, курами чуть-чуть. Продукты дорогие, да? Ну да, все дорогое сейчас. Вот как бы здесь бесхозная она стояла, вся в мусоре. Здесь всегда хлам был. Я здесь почистил, стяжку сделал, чуть-чуть утеплил ее, чтобы куры здесь прижились как-нибудь. И вот все. Сейчас вот. Сейчас теперь не знаю. Кому-то в руки отдам теперь, у кого хозяйство есть, вон они у меня убегают теперь. Такой способ экономии на продуктах питания не оценили и полицейские. Теперь многодетному отцу придется заплатить штраф больше 65 тысяч тенге за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и благоустройства территории города. По данному факту был составлен административный протокол по статье 408, а также по статье 505. Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Что теперь делать с курами, Руслан не знает. Говорит, что, возможно, придется отдать тому, кто имеет сельское хозяйство. Светлана Стангирева, Рашид Исмагилов, Астана Таймс, Актау. Ассаламу алейкум, халкым. Алғысым шексіз сіздерге. Дәулет тенге, Динара, ағама, Сырымбек ағама, көп-көп алғысым шексіз, қазақ еліне алғысым шексіз. Бірінші Аллаға рахмет. Мен бірінші Динара сәлем ғой дейді ғой. Әпкемізге рахмет. Сырым ағаға, осы дәулеттің қорына рахмет. Барлық адамдарға бізде көмек көрсеткен. Қазақ елімізге рахмет. И вот, жатлан, барлық сіздің арқаңызда. Алла разы болсын. Көп көп рахмет.